Всем добрый день, друзья! Сегодня у меня рыбка Нельма. Вот такая северная рыба. Свеженькая. Но она немножко подстывшая. Она сейчас отходит уже. И мы будем сегодня готовить уху в казане. На улице с дымком. Сейчас мы ее почистим. Приготовим ее. На кусочки порежем и будем готовить уху. Все покажем. Засыпаем картошечку с морковкой. Пусть варится. Пока солить не надо. На полуготовно сделаем. И вот наша рыбка, она уже готова. Почищена, порезана на кусочки порционные. Здесь лучок у нас, перец душистый, горошек, лучок и лаврик, соль. Картошечку мы уже запустили с морковочкой. Пусть до полуготовности сейчас будет у нас это все готовится. Такой дымок. Воробушки чирикают, тепло. Сегодня 30 градусов было в тени. Фрэнк, Фрэнк, ты в гости приехал, Фрэнк? Ага, тебе жарко тоже? А? Фрэнкуша, чё, жарко тебе? Фрэнк. Карасики. Вот они. Фишка, конец вот это. Ну, воду поменял и все, они задышали. Или что, или тоже нельзя, когда он сильно провалил? Да, пойдет. Или как он тут должен? Или он должен? Готовим сегодня уху. Уха из нельмы. Это северная рыба. Вот у нас тут уже кипит картошечка с морковкой. Отлично. Сейчас немножко погодя, мы будем уже рыбку закладывать. Рыба готовится быстро. Нежнейшая, жирная рыба.
запустили туда лучок, лавровый лист, душистый горошек и черный перец горошек. Пусть навар создается, ароматы. И сейчас будем уже запускать скоро рыбу. Рыбка вот такая вот. Нельма. Отличная будет уха. Ну и решил, друзья, добавить еще семги. Тут у меня есть. И вот думаю, пускай будет, может быть, интересней вкус. Сейчас будем закладывать. Все уже тут. Картошечка уже отлично. И мы закладываем рыбку. Вот так вот. Коты соседские. Ух, какая будет рюха. Какая будет уха. Посолить останется в последний момент. Ну и сейчас будем солить. Солить будем по вкусу. Так вот. Ух, ушица. Ну, сейчас попробуем. Она уже почти. Так, надо будет попробовать сейчас. На соль давай попробуем, на соль. Еще подсолим немножко. Воды много, поэтому подсолить надо. Так, ну-ка давайте еще раз попробую. Не пересолить бы, конечно. Будем пробовать, что у нас получилось. Сегодня уха. Ох, рыбка хорошая была. Все сварилось. Давайте будем пробовать. Укропчик зеленый. Такой кусочек рыбки. Картошечки можно чуть-чуть. Ох, какая красота! Отлично все. Отлично, картошечка сварилась. Вся мягкая. Пробуем, друзья. Ушицу на свежем воздухе с дымком. А, косточка нет, косточки нет. Чтоб вам всем такое. Ох, ароматное, душистое. Сюда рюмочку еще не хватает. Беленькой. Я, правда, не злоупотребляю. Но тем не менее. Вот так.